Всем привет, это Едим ТВ. Это Едим ТВ. И сегодня мы готовим панкейки. Блинчики. Блинчики. Разбиваем яйца чем угодно. Например, краем до железной миски. Разбиваем яйца. Все очень плохо. Все очень плохо. Я все испортил. После этого отправляю туда масло. Половину сахара. Посмотрим по вкусу. Если нам покажется не слишком сладким, добавим еще. Это как для печеньки практически получается. Масло при этом такое подтаявшее. Так да, должно... масло подтаявшее, чтобы оно могло размешаться. Вливаем сюда половину нашего молока. Все, а теперь всю муку. Прям всю, небось. Ой, я боюсь. Нет, щепотку соли. Соли, да, значит. А щепотку соль зачем? Соль здесь очень хорошую роль играет, она все-таки несколько усиливает сахар. Тяжелая эта работа, делать панкейки. Да. Видите, у нас вот такая вязкая консистенция. Оставшимся молоком мы будем доводить ее до состояния оладушков. Только по чуть-чуть. Во. Как видите, нам хватило вот тютелька в тютельку. Лилипутская любовь. В принципе, по нормально, мне... но можно и сахара. Соли. По-моему, соль не хватает. Не угадал. А мы сейчас будем гасить соль. Гасить, да. Мы будем гасить ее. Опа. И заливай все сразу. Сюда. Да. И у нас будут, во-первых, разрыхленное тесто, а во-вторых, пузырчатое. Добавляем на сковородке по капельке масла. Для начала мы и так добавили уже туда масло. Лишнее сольем. Ну, давай я одну хотя бы. А, вот как. Может, поменьше. Я что-то перегнул палку. Так? Да. Мы перевернем и положим шоколад. Можем. Это называется импровизация, ребята. Импровизация. Да. Импровизируйте. Кстати говоря, бананы же, они содержат эндорфины. Эндорфины? Или в каком количестве? Они стимулируют эндорфины, что-то такое. Короче, от банана становится счастливее на душе. Давай, Саша, ты можешь. Вот. Внимание. Вот и все. А ты боялся. Да, я его сделал. Оп. Это твой, блин. Все его не съесть потом. О, молодцы. Ну, более-менее. Тут же смысл панкейка в том, чтобы была стопочка. Да, ровная, аккуратная стопочка. Поутру их делают. Думают, а от той девушки, которая в это время у тебя в кровати лежит. Думаешь, ну что я тут делаю? Надо от трупа избавляться. Поровнее. Это обезьяний способ разделать банан. Как, зубами? Нет. Вот так вот двумя руками делаешь. И банан. И, а вот в центре остается вот эта фиговина. Ненавижу. Ну, хорошо, вот так делаешь. Нет фиговины. Ну, мы... Так. О, так бы сразу. Да что ж тут такое-то? У тебя точно права есть, да? Лева. Опа. Может, вот сейчас уже хотя бы положим бананы? Ну, давай. И туда, вот на этот постамент, мы положим наш финальный блин. Не играй с едой, Саша. Мне так в детстве говорили. Правильно говорили. И сверху наливаем кленовый сиропчик. Весь. Прям равномерно. Уверен? Чтоб стекало. Панкейки? Готовы. Лучший в мире завтрак, а они готовы. Панкейки с кленовым сиропом, бананами и шоколадом. Наш прекрасный панкак. Панкаки. Панкаке. О, шоколад. Да, попался, да? А у меня еще и мята попалась. В домашних условиях больше сиропа. И сметаны можно, наверное. Не, взбитые сливки лучше. Должен речь какую-то говорить. Да, что-то про Facebook. Какой-то... Пока ты тогда. Да, какой-то G+, по-моему, тоже был. Да, значит, подписывайтесь на наше видео. Да, вон там, да. На нашу группу в Фейсбуке тоже подписывайтесь, ВКонтакте. Там, ну и прочие социальные сети. А еще оставляйте комментарии и все, короче, по рецепту и тому, что туда входит, оно вот там, вон там, да, внизу. А это, кстати, известный прикол. Yeah. Это из гематогена хорошо делается, который в аптеке продается. И вот с него сминаешь такую форму, как бы характерную. Кладешь куда-нибудь на снег, потом отходишь немного, с кем-нибудь идешь, такой, ой, смотри, раз, со снега.